Строительство нового детского сада в поселке Лопатино началось около года назад. Третий корпус дошкольного отделения местной школы, рассчитанный на 200 воспитанников, возведен по заказу Видновского управления капитального строительства. Депутат по данному округу Алена Кокоева проверила ход выполнения работ. 8 групп. На первом этаже у нас 4 группы для детей раннего возраста. Это с 2 до 3 лет, с 3 до 4 и с 4 до 5 лет. Детский сад будет муниципальный. Режим работы с 7 до 7 часов с 5-разовым питанием. В детском саду просторные коридоры, лестничные проходы, отдельные помещения для таких специалистов, как логопеды и психологи. На первом этаже расположен пищеблок со всем необходимым современным оборудованием. Также здесь находятся медицинские кабинеты, изолятор и процедурная комната. На втором будут заниматься и отдыхать 4 подготовительные группы детского сада. В каждой раздевалка со шкафчиками, игровая зона, санузел и спальня. В педагогическом штате у нас 20 сотрудников, из них 14 воспитателей, 5 специалистов и старший воспитатель. В каждой группе будет младший воспитатель, уже набраны сотрудники. Есть также сотрудники для работы в прачке и обслуживающий технический персонал для уборок помещений здания. Новый детский сад станет настоящим подарком для местных жителей. В нашем районе очень много молодых семей, в которых не по одному ребенку, и все с нетерпением ждем к Новому году открытия нового детского сада. Также впечатляют красочный музыкальный зал и большой физкультурный для занятий различными видами спорта. Открытие дошкольного учреждения планируется к Новому году. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.